Всем привет! На канале новый влог. Уже это быстро? Масики, у вас так часто влоги выходят? Быстро, да, прям очень часто. У нас жаришка, 30 градусов, правда, не 36. Привет, привет. Да, похолодало. Похолодало, 30. Парит так вообще. Парит. Влажно, но... Едем куда? Купаться в бассейн. Купили арбузик, поедем. Купнемся, голубика созрела, надо только собрать. Чур, после того, как поели арбузик, сразу в бассейн не лезть. Почему? Ха-ха-ха, оно не сразу срабатывает. Короче, чешем. У нас у мальчишек загар железнодорожников, да? Покажи, Ярик, какой у тебя загар. Оп, сюда подойди, солнце уйди, чтобы было лучше видно. Смотрите, видите, моська загорелая, вот здесь так загорелая. Вот здесь так загорело, и черты и носки. Ну, это уже не железнодорожников, а вот тут сверху. Да, сверху железнодорожника, снизу футболиста. Пупсики. Классная вода. Ну, такая освежающая, правда? Не холодная? Ближе, дай я покажу, с чем мы сегодня отдыхать будем. Ну-ка. Буй. Не разбейте только арбуз. 10 килограмм почти. Каждому по 2 килограмма. Не, неправильно поделила. По полтора. По 22 килограмма. Боже! Дурдом Ромашка. Собираем голубику. Сейчас я музон выключу. Здесь у нас ролтик. Арбузер. Папа жарит сосиски и лаваш, да, с сыром? Да. Прилипло? Чуть-чуть. Забрали пацанов. Всем привет, у нас новый день. Забрали пацанов с лагеря. Что там, тесты сегодня сдавали, да? Да. Что сдавали? По-белорусскому. По физкультуре. Что сдавали? Бег 30 метров, ну и 15 там вроде бы еще. И прыжок в длину. И еще бег крест. Вот так, крестом. Ну. Крестом? Ну, типа, бегаешь, помню. Оп, оп, угу. И бегаешь. Не хуже всех, не? Нет. Не лучше? Нет. Да нет. Громче немножко, но. Нет! Твердая середина. Твердая середина. Сейчас завозим их домой, они скидывают рюкзаки, едем в парикмахерскую, потому что... Я пойду гулять. Покушай сначала, Гулёна. Вы ж не голодные, правильно? Вы ж покушали только что. Ой... Как хорошо, в машине на улице 33, а в машине хорошо. Пять на кафешку, да. Привет, ку-ку. Ну и... вот они, постриженные, красивые. И, кстати, сборов не будет. Клуб отказался оплачивать питание. Гошаныч, посмотри на мамочку. Хорошенькие такие. Сейчас помоетесь, да? Угу. Конфетку вам дали? Да. Клуб отказался. Спасибо, любимый клуб. Ну, что ж поделать. Едем домой. Ну, пришло время. Добрался я до великов Гоши Ярика. Отвез сегодня. Не снимал, забыл. Короче, загрузил их в машину, потому что пацаны были в лагере. Чтоб самим уже, скажем, не ехать туда. Но заодно и думаю, что им ехать. Придется с маминого велосипеда, что Соня каталась, вот колесо заднее пропоролась, сдулась, тоже бы в руках пришлось бы тащить. А мне ехать с ними, а тыры-пыры. Короче, я их закинул, два велика ко мне еще помещается, и одно колесо снял, отвез. Вот позвонили, надо будет сейчас ехать забрать, рассчитаться, ну и поставить на место колесо на мамин велик. Ну и малым отдать велосипеды. Там должны были, мало того, что шины местами поменять, задние наперед кинуть, еще и новую назад поставить, скажем. Гоша ж тогда трюки делал в лесу. Навернулся с велосипеда. Руль погнул. Должны выпрямить, надо будет сейчас не забыть проверить. И эту машинку для переключения скоростей. Она у него лопнула. И получается, что... Сколько у них там сзади? Из 6, что ли? Или из 5, или из 6 звезд. Короче, две крайние не работало. Побольше которая и самая маленькая сзади. Ну, решил тоже поменять. Поэтому сейчас еду забирать. Не пугайтесь, это не ночь. Сейчас что-то покажу. Вот смотрите. Солнца нету. Небо черное. Ну, кстати, камера еще так, может, и не передает. Начался дождь.
Не знаю, с улицы как с парилки в бане просто дубасит пеклом. Все разогретое. Сейчас вот эта вот вода, капельки попадают на плитку разогретую, на асфальт. И просто вообще капец, капецкий. Я, если честно, жду какую-то бурю. Потому что после такой жары просто дождика, ну, не бывает. Ну, подождем, посмотрим. Одну я вам уже показывал. Ого, видели? Какой дождик дубасит. Еще ветер не очень сильный. Ну, к нам, по крайней мере, пока не задувает, но вообще он есть. Он с крыши как заметает воду. Вон там какой поток воды. Ливень, гроза. Все как обещали. Но не буря. И не надо. Ого. Сейчас будет гром. Да, что-то в последнее время повезло мне грозы снимать. О, слышали? Место наше пустое. Мама поехала Соню забирать. Соня попала где-то под дождь. Опять гром. Ну, надеюсь, хоть не ураган будет все-таки. А то тут так уже делов натворили. Всякие перемены погоды и ураганы. У нас тут, видите, складка мелкого опта. Знаете все почему? Здравствуйте, Сергей Владимирович. А? Где помощники? Идет. Один, второго нету. И хоть один, а то одному неудобно вынимать. Иди папе помогай. Пути, бусю, пути. Ну что? О, ты с моего снял просто? Я думаю, что ты мой не взял? Нет, ты его просто снял. Ты не видишь, он без колеса? Не, не вижу. Пихать обратно буду. Цепь смотреть, как накидывает. Так, приподнимай, не знаю, за колесо смотри. Пацанам поменяли, короче, задние наперед, а передние поменяли, как она называется, резину. Резину, да, покрышку. Задние перекинули на перил. Гош, ты освободился? Короче, мешается, где там что-то. А, вот, здесь вот, смотри. Видишь, надо чуть в сторону. Залезла, короче. Оп, вот так, да? Опять что-то зацепилось. Педаль. О! Теперь. Опа! Опа, она! Опа, опа! Так, это чей? Твой? Это мой. Подожди. Так, давай. Там, отцепляй этот. Чик, шикарно. Подойди потом от замок, отцепишь и приступай. Все, я могу уже уходить? Ну, наверное, да. Все готово, могут ездить, ну. Чтобы они не стояли просто так. Папа молодец. А мне надо еще полить цветочек. У нас тут шторм. Шторм на море. На море качество. На море качество, боже. Ой-ой-ой. Дуреют как могут. Конкурс мокрых маев. Оп! Пацаны, сейчас бассейн треснет. Сейчас бассейн треснет. У нас традиционно 12 ночи. Федор Сергеевич пришел, решил, ему не спится. Не, он решил родителей это обанкротить. Зубную фею приглашаю. Зуб, говорит, мама, идем зуб вырвем. Короче, он его шатает сам, да? Ну молодец, сам пришел, ну, сам попросил. Что, вырос мальчик, да? Да, он уже понял, что это не больно. Но это сложнее вырывался, чем нет, тот. Нет, он понял, что это прибыльно. Прибыльно. И не больно, и прибыльно. Это сложно было. Что было? Сложно вырывать. Сложно было вырывать? Ну да, тот, который... Ой, комарик у нас там. Идем. Сейчас Федор его ж поймает. Ага, зубом. Ну все, иди, прячь. Это не комарик, это зубная фея залетела. Мам, дай. Так я же тебе там положила его на эту. Под кровать? Ну, в умывальнике иди ищи. Так вон у тебя же в руках, он чуть-чуть. Покажи. Раскрой. Оп. Вот он, юбик. Маленький.
маленький, конечно, такой же, как ты.